Народная партия Казахстана провела автопробег в поддержку своей предвыборной программы. Мероприятие также призвано привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах. По главным улицам столицы проехала колонна машин с агитационной символикой политобъединения. Напомню, от НПК выдвигаются 66 человек в депутаты Мажилиса и около 500 маслихаты. Партия продолжает агитационную кампанию и в регионах. Председатель объединения Ермухамед Ертысбаев встретился с избирателями Карагандинской области. Первым он посетил Темиртау, где встретился с коллективом ArcelorMittal и рабочими доменного цеха. На встрече говорили о предвыборной программе, а также о планах по развитию сектора. Кроме того, председатель Народной партии встретился с горняками шахты имени Костенко, предпринимателями и жителями региона. Сегодня знаменательный день в моей жизни, потому что я встретился с металлургами Темиртау, с профсоюзными лидерами, с трудовым коллективом. И вот эта атмосфера, она вселяет такую надежду,